Hold up. Всем привет, с вами Серик. У нас произошел вайп. И я уже успел запороть две серии. Дело было так, короче. Ну, я начал запись, вроде бы все нормально. Потом что-то я приостановил, думал, ладно, сейчас заново начну. Начал заново, все уже заснял, две серии целых, полноценные. Ну, не проверил, потом минут, даже не минут, где-то около часа назад поставился обрабатывать, но и тут-то было. Именно тут и поджидала беда. Пока что побежим на РТ. Сейчас сначала побежим на это РТ, потом вон на то. И куда-нибудь еще сбегаем. Вот. Заливаю я, значит, в Sony Vegas на рендер. И тут такая херня выскакивает. У меня звук вообще пропадает. Я не понимаю, куда. Ладно. Думаю, ну, сейчас перезагружу, может, что-нибудь изменится, нормально. Ну, я перезагружаю, и опять все тоже. Потом. Я беру, меняю формат. С другим форматом все идеально просто. Потом я думаю, что я за рак. Я беру, переустанавливаю свою программу для записи. И все нормально. Я записываю сейчас с ним. Но я скачал уже обновленную, более новую версию. Я так понимаю, на РТ ничего нет. Надо на шар идти. Ну, вот так вот я и заправил первые две серии, в которых строил дом. И, в принципе, отжимал ресы некоторые. Достал Томпсон в ней еще. Нормально тогда. Ладно. Вот что я уже добыл. Ну, это вот так маленько. И я после вайпа, угадайте, кем? Конечно же, негром. Да. Вот таким вот негром маленьким. Худеньким. Угу. Спасибо, боже, разрабы. Просто люблю вас. Я надеюсь, кто-то на шаре хотя бы есть. Иначе будет что-то очень скучно. Я очень на это надеюсь. После вайпа, короче, поменяли кусты. Ну, добавили кусты. Кустов больше намного стало. Добавили женские персонажи. Как мы этого давно ждали. И вот так вот. Вроде бы я никого не слышу внутри. Давайте зайдем. Играю я полностью на максималках. Ну, практически, кроме качества воды. Даже вот сейчас покажу. Вот. И ландшафт. С ландшафтом маленько пролагивает. Вот так вот. Такие дела. Все это из-за меня. То, что я вступил. Мне кажется, кто-то ходит. Вступил в две серии. А как получается, записывал все одним фрагментом. Думал, потом обрежу некоторое, сделаю на две серии. Записал. Записывал полтора часа, и полтора часа ушли никуда. Никуда просто. Ну ладно. Чего я не снимал до этого, я тупо не было желания, так как уже все надоело там и ждал тупо вайпа. Все. В принципе. Да, кто-то вон уже с калашом, если вы слышите. Ого, вот это домик там. Я его не видел. Нормально такой домик. Неужели и тут ничего нету, все залутали. Боже. 57 человек на сервере, и все равно
дофига народу бегает. А, я тут... Извините. А, я тут, как можно сказать, встретил уже то ли двух донатеров, то ли двух просто игроков-задротов, которые уже практически в предтоповой броне, но это там кофейник и... Да, и осторожных знаков броня. И они тупо бегают. И видел людей с помповиками, с калашами, с болтами. Вот как раз у одних Томпсон отнял. Нормально. Это я. Так, мне же сюда писать. Так, сейчас. Продолжаем. Ну, вот так вот. Я не знаю сейчас, куда даже бежать. Может побежать вон туда, вон. Там как раз стрелы что-то стреляют. Найс. Просто, может быть, я встану, а? Сосмотрелся. Прям обожаю эту игру, а? Неудачник просто. Я не встану, да, я так понимаю? Или встану? Если встану, я... Ясно. Чё, побежим сейчас туда? Офигенно, я упал, так скажу. Главное, чтобы сейчас хотя бы не залутали мой труп, иначе... Не знаю, чё. Иначе будет очень плохо. Нет, я могу все эти ресы... Ну, не ресы, а... Как сказать... Всю эту броню сделать, но кроме костяных щитков. Ну ладно, в принципе, пофиг с ним. Может быть, сейчас и никто их не золотает. Сейчас бежим, посмотрим. Ну, не, да. Врублю пока что, наверное. Ну, там фоновая музыка будет. В принципе, не так скучно. Пока бегу. Потому что говорить-то и не о чем особо. Да, кстати, пока не забыл. Или в конце не сказал пока. Что-то мало лайков, я так думал. Для 80 подписчиков. Хотя бы давайте штук по 10, по 15 лайков на каждом видео наберем. Не сможем. А то, блин, что-то даже смысла нет снимать. Давайте я пока подожду, пока вот я бегу, ставьте лайки там. И... Где мой труп? Я даже не помню, где я упал. А, я упал, получается... Где-то... А, вон мой труп. Все нормально. Вроде бы. Вроде бы все нормально. Как мне его залутать? О. Все, четко. Все четенько. Так. Вот это сюда, сюда. Пока расставлю. Вот так вот. Что-то я мало патронов на дробовик взял. Ну ладно, в принципе. Сейчас уже будет ночь, наверное, добегу до дома обратно. И потом с утра побежим на аэропорт. Посмотрим, что там. Может быть, кого-нибудь найдем. А, в принципе, аэродроп же летит. Можно на него сейчас бегать. Но я не знаю, прибавится вам график или нет. Но я надеюсь, будет хотя бы что-то видно. Так что давайте побежим на аэродроп тогда. Да, как раз он падает недалеко вот там. Я надеюсь, это не заказной. Так, я хотя бы сейчас себе прикручу гамму, то вот вообще ничего не видно. Не думаю, на видосе плохо видно будет. Так. А, вот он падает. Все, вижу. В принципе, мы как раз сюда и хотели же бежать. Вот и пробежались. 5 сек.
Извините, просто болею. Надо как-то кашлять во время паузы. И... Ого. Ясно. А где аэродроп? Боже, я его потерял, походу. Один в доме. И один вон там. А где аэродроп? Оу. Я понял, парень. Отвали, пожалуйста. Я понял. 1004 экзон гамаешь. И где же? Где же аэродроп? Что, нету? Вы серьезно? Может быть, я его все-таки найду? Нет? Боже, что, правда нет? Но он же когда-то сюда упал. Блин. Ого. Там то ли рейдит, то ли чё. Я не понимаю. Смотрим, чё тут. О, нормально. С болтовок вовсю фигачат. Банк туса. В принципе, можно испытать удачу, что там выпадет. А, ну да. Угу. Спасибо. Куда же у нас упал-то, а? Аэродроп. Аэродроп. Опа. РТ. Это паркур, получается, да? Да, это паркур РТ. Я чувствую, вот... А, этот листва шумит. Нормально. Опа. Там что-то есть. Ну чё? Слазим? Покажу вам мастер-класс, наверное. Если не упаду сейчас. В принципе, должен. По-моему, кто-то... Есть. Или нет? Ну, ладно, допустим, мне послышалось. Угу. Показал, да. Опа. Опа. Боже. Просто такой неудачник, а. Ладно, лаз попытка. Что ж так не прет-то, а? Давай! Опа. Все, наконец-то. Я уж думал, сейчас скачусь, пока. В конец сам собираюсь. Рецепт мачете, спасибо. Да, спасибо. Ради этого я тратил свое хп. Ладно. Скрафтим бинтов. Пускай пока крафтится. А мы пойдем. Ой. Да. Конечно же так надо слазить. Угу. Просто бог падений. Скрафтились. Теперь я слышу. Вот он. Вот тут он был. Опа. Лол. А, лол, у меня тут зеленые патроны даже, что? Угу. Сиди, сиди. Это я тебе на память поставлю где-нибудь здесь.
Такс. Бежать обратно на шар. Или туда дальше. Так, сейчас попробую открутить гамму, посмотреть, что там видно хоть. Ну, в принципе, маленько видно. Ну, пойдет. Кстати, лайфхак от меня. Если хотите, чтобы было все нормально видно, и вы просматриваете на ПК, просто берите, подкручивайте гамму точно так же, как и сами подкручиваете, когда играете, и все. Я сам так пользуюсь, когда у кого-то там не подкручен гамма или еще что-то. Чё, ничего эпичного не будет, что ли? Чё-то скучновато. Короче, изучил я карьер из рецептов выпал. Потом, чё тут еще? Не то. Так, дальше. НПЗ изучил, полки изучил, большой ящик изучил, печку изучил. Дальше, взрывчатку изучил, да. Опа, вон там антипелла. И вон там антипелла. На доме. Ага, с болтом, да? Пошел нахер, пожалуйста. Ой-ой-ой, иди нахер, пожалуйста. Боже, как не люблю, ненавижу его. Таких, которые тупо из дома стреляются. По чуваку, потому что я гост. А, вон он. В принципе, можно его забрать. Мне нужно открутить все. Во-во-во-во-во. Ясно. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до скорого.